дня три точно лежит, да, он здесь? Это, да. Стандартно три дня точно лежит. Приблизительно. И правую лапу вижу целую, но это значит с левой стороны у него проблема какая. У него на... Он на левую становится, а правую... Да, он... но на левой точно так у него пролежи жуткие. Значит, давно уже. Ладно, будем пытаться достать. Содранная. Ну вот, теперь мы уже почти спаслись, да? Душу в самое тяжелое свое время. Лапа уже гнила. Но кто-то из... Я даже не знаю, можно ли этого врача назвать врачом. Это же надо было додуматься. Мертвую, полностью отрезанную кусок лапы пришить к такой же гниющей части лапы. Забрызгать все это серебрянкой и отдать собаку назад. А лапа, лопаясь кусками, разваливалась на глазах, выворачиваясь кусками мяса. Это страшно, ребята. Это чудо, что собака не погибла от заражения крови, а лишь потеряла лапу. Мне искренне жаль, но так повернула судьба. Тот, кто мог помочь в самом начале, просто не успел. А когда собака попала ко мне, уже было поздно. Мы сделали, что могли, и, по крайней мере, спасли вторую лапу, также жутко израненную и изрезанную проволокой. Жизнь дается каждому из нас в этом мире один раз, и каждый за эту жизнь ответит. Я в это верю. Именно поэтому спасаю, сколько могу и как могу. И призываю вас всех, друзья. Доброта в этом мире в последнее время клочками словно прячется по углам. А раньше она заполняла мир светом, теплом, ласковыми улыбками, доброй, любовью. Но нам с вами выбирать, в каком мире жить. В мире, полном боли, зла, равнодушия, жестокости. Или все-таки в мире взаимоуважения, взаимосострадания, милосердия и всеобщей человеческой солидарности. Добра вам, люди. Ярика, мы с вами спасли. И даст Бог, мы найдем ему еще хорошую семью. Хороший, добрый дом. Ведь этот мир разделен на добро и зло. Зла в жизни Ярика хватило по самые кончики ушей. Теперь наша с вами очередь показать ему другую сторону нашей жизни. Полной любви, тепла и доброты. И я благодарю вас всей душой, всей лохматой душой. Thank you.
Два искалеченных зверя. Ярик и Фрэнки. Фрэнки подросток. Мы нашли его совершенно случайно. Когда забирали маму с детками с какого-то заброшенного коровника. И случайно, завернув в какой-то закуток, увидели там ребенка. Он даже не пытался ни убегать, ничего. Он просто лежал и смотрел. И был уже в том состоянии, когда ему все равно. Убьют или пожалеют. А когда мы увидели гниющую лапу... Ребят, ну, крик, он просто рвется с горла. Ребенка просто сразу забрали. Но перед вами, Фрэнки, когда ребенка отвезли к врачу, он покачал головой и сказал, что спасти лапу невозможно. Вот так у нас получилось, что с промежутком в одну неделю два мальчишки, искалеченных на всю жизнь. Добра вам, люди. Милосердия и сострадания вам, вашим родным и близким. Это в ваших руках. В ваших руках.